Всем привет, Алтай! Вчера мы ездили в город Новоалтайск и, конечно, заехали в светофор. И в светофоре новинка, продаются луковичные многолетники. И я решила вам показать, что продается в светофоре. Какие многолетники, какие луковицы, в каком состоянии и какой ассортимент. Значит, лилия шла двух видов. Лилия азиатская, навона. Состояние у нее, значит, вот такое состояние, смотрите сами. Вот здесь все подсушено, тут тоже высушено. А цена лилии 77 рублей. Еще были там нарциссы, но нарциссов не было. Они были указаны на ценнике, но я их в коробке не обнаружила. Были только лилии и тюльпаны. Далее, второй вид лилии, тоже азиатка. И сорт называется Трезор. Я взяла по одной, все посмотреть вот в таком состоянии. Вы сами все видите. Далее. Тюльпаны. Тюльпаны, если они соответствуют сорту, то это очень хорошие. Хорошие тюльпаны серии Триумф. Бол Роял Прайс. Вот тут маленько неправильно указано, такого сорта нет. Немножко по-другому. Значит, три луковицы стоят 60 рублей. Я считаю, что это недорого. Здесь я открывать луковицы не стала, потому что я сейчас их пока высаживать не буду. Я буду высаживать их примерно в конце сентября. Ну, буквально через 2 недели. Далее тоже серия Триумф, Флеминг, Принц. Очень красивый тюльпан. Вот, луковички на визуально выглядят хорошо. Признаков болезни никакой я не вижу. И третий вид тюльпана. Это тюльпан серии Дарвинов. Эприкот Импрессион. Вот тоже вот такая красивая расцветка. Она идет двухцветная, как правило. И луковички очень хорошего качества. Вот за такую цену я считаю, что вполне прилично. Значит, 60 рублей стоит 3 луковицы. Это, значит, у меня лилия по 77 рублей. Но обращу внимание, что вот смотрите, она вот немножко такая. Не презентабельного вида. Значит, что я буду делать? Лилия уже садила. У меня есть ролик, если вы хотите посмотреть, как я это делаю. Я, конечно же, лилии замочу в растворе препарата Максим на полчаса. И потом буду высаживать. Прям я это в ближайшее время займусь. Сегодня у нас дождь на улице. Ну, как дождь прекратится, я посажу. Не сегодня, так прям буквально завтра. Так что вот с этим я хотела с вами поделиться, друзья. Если вам нужны эти луковичные многолетники, пожалуйста, присмотритесь. А я желаю всем быть здоровыми. Подписывайтесь на мой канал. Не забудьте поставить лайк, если было интересно видео. Жду новых друзей по интересам. Пишите советы, пожелания, комментарии. Будем общаться. Всем всего хорошего и до новых встреч.